никаких особых чувств нет, это просто какая-то эйфория, потому что как бы мы в прошлом году были чемпионами. Ну, сейчас уровень вообще турнира просто возрос нереально. Очень много зрителей, очень приятно играть. И как бы, как говорят, защитить как бы титул, это еще тяжелее, чем его первый раз добыть. Но у нас это получилось, учитывая, что из 40 команд, по-моему, которые участвовали, ну, команд 30 были практически одного уровня. Очень тяжело было, каждая игра невероятно тяжелая. Так, и команда старалась, каждый игрок, 5 человек. И Богдан, Максим, все, которые были, они очень старались, хотели победить, поддерживали. Какие-то новинки вносили в игру, там придумывали. Ну, в общем, по баскетболу 3 на 3. В общем, мы молодцы, что победили. Команда скажи, будь ласка, хотів би зараз уже в статусі дворазового чемпіона України, так, побажати тим, хто спостерігав по інтернету за вашим протистоянням в День Незалежності, твої вітання. Ребята, займайтесь спортом, це нужна річ, треба піднімати нашу країну, щоб ми були здоровою нацією, старались як-то во всіх видах спорту, на олімпіадах, на міра, показувати високі результати, все-таки країна не маленька, нужно к этому стремиться. Дякую, ще раз перемогу. Спасибо большое, очень приятно, спасибо.